Всем привет, мои дорогие! Распаковываем сегодня с вами заказ. Уже достала я его из коробочки. Быстро-быстро смотрим, потому что сегодня такой весь день. Все, бегом. Так, давайте представлюсь. Сегодня с вами я, Лилия Зиблицова, официальный обозреватель Oriflame. И мы смотрим мой заказ. Первый пока что заказ по 16-му каталогу. Думала, с чего же начать, потому что на самом деле не так у меня много в этот раз. Но давайте начнем с новиночек. Три новинки мне прислали на обзор. Первая новинка уже у меня на губах. Я уже второй день ее активно тестирую. Не совсем эта новинка, просто появился новый оттенок в линейке Giordani Gold. Жидкая помада, которая из жидкой глянцевой, такой у меня пудровый оттенок, становится матовой. И вот второй день я ее активно тестирую, в сторис тоже выкладывала, поэтому смотрите, проходите, наверное, они еще не убежали. То есть новиночка первая. Вторая новиночка, парфюмерная водичка, посмотрите, какая коробка, это просто что-то с чем-то. Я когда первый раз открыла, настолько она шикарная, настолько она богатая, очень приятно держать в руках. Называется All or Nothing, все или ничего, именно парфюмерная вода, ультрастойкий аромат, то есть держится максимально долго. Тоже уже я ее тестировала, и с девочками на встрече мы ее смотрели, пробовали. И компания предлагает ее можно наносить как отдельный аромат, так и в дополнение с другим парфюмерным ароматом, тоже из этой же линейки. Вот в таком вот маленьком флакончике, тоже с золотой крышечкой, да, все очень красивое. Здесь нотки жасмина, то есть здесь основная нота ванилька, а здесь жасмин. Вместе очень интересный такой вкусненький аромат появляется. Дальше следующая коробочка мне пришла уже на мне, ношу всю. Коробочка, посмотрите, все насколько красиво, аккуратно и в таком вот мешочечке лежала моя подвесочка. Очень мне нравится. Так, продолжаем. Мы с вами продолжаем. Давайте дальше мы с вами вот так вот посмотрим. Получила я свою подписочку Life Plus, мои витаминки и коктейль. В сторону убираем. Мужских витаминок не было, поэтому из того лайфа пришел мне супик и коктейль. Вот это мужу отправляю. Ему как раз на 21 день хватает. Каждый день на работе у него здоровый перекус. Вместо доставочки пену для бритья взяла. Детская Омешка, тоже каждый день пьем. Вот такой вот наборчик. Две туалетные водички, мужская и женская. Парфюмерные водички, все время путаю. Пришли мне в подарок за 0 рублей за активную работу. Получила вот такой вот кошелечек за 1 рубль, опять же, за работу. Материал понравился, много отделений, удобно карточки хранить. И мне что нравится, то есть до этого мне приходила вот такая вот сумка большая, и у меня теперь кошелечек, вот у меня такой комплект. Так я, собственно говоря, и хожу. Вроде ничего не забыла, и, конечно же, новый 16-й каталог уже успела полистала.